Что произошло? Как холодно тут. Где я? Господи, я что, уснул за штурвалом? Черт, подожди, где данные смотрим? Фух, я не отклонился от курса. Фух, я мог проспать все, как такое могло произойти. Так, ну тут все хорошо, только, ой, посередине перегрелся. Это, по-моему, не очень хорошо, подожди. Здесь нормально, здесь перегретый. Странно. Так, ну, ладно, я думаю, до конца мы доплывем, тут всего ничего. В эфире новости. Две новости дня. Очень печальные. Один из самых больших лайнеров в мире затонул по причине выживших, которые нам все рассказывали, по причине взрыва и цунами. Что ж, вторая новость вас может повергнуть в шок, но это цунами достигнет нас, и оно может затопить пятиэтажки со спокойной совестью. Что ж, будьте готовы, лезьте на крышу и ждите этого. Удачи всем. Они нам сказали в новостях ждать, и вот оно пришло. Только не это, какие сильные движения. Течение сильное. Ой,